Всем добрый день. Сегодня давайте рассмотрим компанию Green, а именно проводные наушники с подключением 3,5 мм мини-джек 4-пиновый TRRS для смартфона. Данные наушники я взял для смартфона Asus Zenfone 8 Flip, но ввиду того, что в нем нету разъема 3,5 мм мини-джек 4-пиновый TRRS, поэтому к нему понадобился переходник. Причем переходник L-образный, который вы сейчас видите слева, рядом с коробкой, для того, чтобы подключить. Кстати, есть такие же наушники с подключением USB Type-C и с чипом уже внутри. Но там прямой штекер. Те же самые есть наушники, но с подключением уже Lightning для смартфонов Apple. То же самое есть там чип для того, чтобы все у вас прекрасно функционировало. Но я взял этот вариант, потому что буду использовать помимо данного смартфона. Есть у меня еще смартфон, который участвует в видеосъемке, это HTC. Кстати, как в Asus, так и в этом HTC есть Hi-Res свойства, имеется в виду звукопреобразование. Поэтому и, кстати, брались такие наушники именно с этими свойствами. Все это пришло достаточно быстро. Не участвовала в этом Почта России, но где-то праздничные дни, за 7 дней все это приехало, начиная с 1 января. Как таковой подарок на Новый год. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Ну, насчет подарка. Вот такая упаковка у нас здесь представлена, как мы видим. Здесь есть основные характеристики, продемонстрированные. Ну, во-первых, модель EP103. Мощность 5 мВт, длина наушников с кабелем 1,2 метра. Так, сигнал шум 104 плюс-минус 3 дБ. Дальше сам спикер, который находится внутри наушников, равен диаметре 10 мм. Кстати, вот есть у HTC тоже наушники, но вкладывались непосредственно в смартфон наушники простые, не с Hi-Res свойствами. Но там, кстати, не 10 мм, а 13 мм. Дальше сопротивление 32 Ом. Ну и герцовка от 20 Гц до 20 кГц. А вот, кстати, у HTC от 10 начиналось, ну, практически рядом. Ну и подключение осуществляется при помощи 3,5 мм мини-джека 4-пиновой TRRS. Да, кстати, пришло это все из Российской Федерации. Здесь он даже золотом написано. Какой тип подключения. Укладывается вот в таких вариантах. Да, кстати, есть вариант черный, есть вариант белый. Кому не нравится черный, могут взять белый вариант. Ну и давайте скрывать, смотреть, что находится внутри данных наушников. Какая у нас комплектация идет. Еще что-то есть. Ну, есть у нас гарантия, стандартная на двух языках, это китайский и английский вариант, там от 6 до 12 месяцев применения. И есть инструкция, тоже на двух языках, китайский и английский вариант, кому какой нравится, на таком и читает. Причем есть здесь джойстик управления. Кстати, вот амбишюр есть, но тут 4 показано. Но, по-моему, идут 6 штук, то есть 3 пары в зависимости от размера. Там маленький, дальше середина и большой вариант. Кстати, вот здесь вот есть пульт управления проводной, благодаря которому можно увеличивать звук громкости, уменьшать звук громкости. Это крайний плюс и минус. Ну, а центральная, это у вас один раз нажатие, это пауза, игра. Дальше два раза быстро нажать, это следующий трек. Три раза быстро нажать, это предыдущий трек. В случае ответа нажимаем тоже среднюю клавишу и отвечают. Это единичное нажатие. Это ответ на звонок. Также нажатие, это заканчивание ответа на звонок. И также заканчивать разговор нажатием. Так, ну и здесь также описаны характеристики, ну и так далее. То есть стандартно их в
вкладка – это инструкция по эксплуатации. И гарантийный талон такого вида. Ну и внутри здесь, ну как я говорил, находятся амбушюры. Здесь вот я не буду уже раскрывать. Но находятся три пары или шесть штучек амбушюров. Уже в зависимости от того, какие у вас слуховые проходы, чтобы все это достаточно хорошо село. И тем самым вы получили максимально хороший звук. То есть вот такая вот вкладыш амбушюр. И сами наушники. Здесь уже есть амбушюры, на них установлены. Здесь есть правый и левый обозначение идет. Дальше вот пультик управления. Здесь есть даже пленка для того, чтобы снять их и ее с них. И здесь, как говорил, есть плюс-минус, благодаря которому и осуществляется повышение звука, понижение звука. Дальше центральная клавиша, кнопочки. И, кстати, вот здесь вот находится микрофон с этой стороны для того, чтобы отвечать на звонки. Давайте посмотрим длину. Да, где-то 60 сантиметров, 50, если в сложенном состоянии. Вот такие вот наушники. Давайте сейчас попробуем их подключить и посмотреть, как они функционируют через переходничок. Кстати, подключаем к переходничку. И вместо прямого у нас сейчас со смартфона можно отлично либо играть, если у вас предназначены наушники для игр. Ну, либо слушать музыку телеобразной, не прямой штекер, который будет мешаться. И чтобы не перетиралась, кстати, эта центральная часть подключения штекера и провода, удобно L-образный переходник иметь. И давайте сейчас посмотрим, как они функционируют. Сразу же хочу сказать, что прослушав некоторые моменты, достаточно хороший звук, сбалансированный. Бас средний и высокий достаточно в одной плоскости находится. Ну а при помощи эквалайзера вы можете тем самым отрегулировать, как вам необходимо установить. Да, эти наушники тоже с функцией Hi-Res, а смартфон тоже с функцией Hi-Res. У меня отлично все функционирует. Итак, давайте сейчас мы проверим, как они функционируют при помощи этого переходника на смартфоне. Итак, приступаем. Запишем звук с микрофона. Может быть, достаточно только данного микрофона, и нет необходимости приобретать какие-то дополнительные микрофоны для того, чтобы осуществлять запись действий. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона на наушниках Ugreen на внутреннем программном обеспечении. Камера без применения фильтров в программном обеспечении. Монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона Ugreen на наушниках
фильтрах Ugreen на внутреннем программном обеспечении камера с применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона Ugreen на наушниках Ugreen во внешнем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона Ugreen на наушниках Ugreen во внешнем программном обеспечении камера с применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, я вам продемонстрировал возможности наушников Ugreen, которые были с подключением 3,5 мм мини-джек 4-пиновый TRRS. Существуют варианты с USB-C чипованный и также для смартфонов Apple с лайтингом, для того, чтобы подключать и слушать. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.